После обострения политической обстановки в стране и мире из России уехали десятки знаменитостей. Многие из них получили статус иноагентов за свои резкие высказывания в сторону действий российского правительства, а также оказались в черном списке, который не позволяет им продолжить деятельность на родине. Среди тех, кто принял решение уехать, комик Дмитрий Романов. Еще несколько лет назад его шутки транслировались на многотысячную аудиторию телеканала ТНТ, а теперь его доходы сильно просели. Известно, что артист обосновался на Мадейре и даже нашел там для себя новую сферу деятельности. У себя в социальных сетях комик сообщил, что гастрольный тур, который он планирует закончить в этом году, станет последним в его карьере. Романов отметил, что все же доедет до всех городов, куда должен был, а после сложит свои юмористические полномочия. А вот заняться без пяти минут бывший артист решил наставничеством. Многим даже трудно представить, что из себя представляет эта сфера. Судя по всему, Романов собрался передавать другим профессиональные знания, навыки и учить народ делать деньги из воздуха. Говоря простым языком, комик собрался податься в инфо-цыганство. «Я заканчиваю в этом году гастрольный тур, приезжаю в те города, в которых еще не был, и дальше не планирую этим заниматься», — сообщил артист. Дмитрий отметил, что в ближайший год собирается прочно осесть на Мадейре. По его словам, он наконец-то может начать совершенно новую жизнь в новом доме и заниматься тем, к чему лежит душа. Романов сообщил, что в прошлом году уже брал на наставничество несколько человек и настолько проникся этой деятельностью, что практически сразу решил связать свою жизнь с этой сферой. «Мне теперь намного меньше хочется ездить куда-либо. Я, конечно, буду выезжать с концертами, но преимущественно этот год я хочу провести дома, потому что я не был дома 2 года. И теперь у меня начинается новая жизнь в новом доме. Это так круто, что за одну жизнь можно прожить несколько жизней», — заключил Романов.